Первый раз я ее увидел у сестры на свадьбе. Я был наслышан о ней. Можно сказать, я ее ждал на этой свадьбе. Когда я зашел туда, я ее сразу не увидел. Я ее искал взглядом. Долго искал. Но потом все же она пришла. И с этого все и началось. Честно, мне о нем рассказывали, и он обо мне знал. Немного мы друг о друге знали. Я знала, что он, в принципе, приехал на свадьбу, можно сказать, ради меня. Он меня ждал. Он пришел в зал раньше меня. Я когда вошла, я увидела его глаза. Поняла, что он меня ждал. Что он был рад меня видеть. Во время этой свадьбы я с нетерпением ждал, когда же включат медленную музыку, чтобы пригласить ее на танец. О танце медленном я пока не думала, потому что в основном танцевали жених с невестой в начале. Но ближе к концу, когда заиграла медленная мелодия, я ее не услышала, потому что мне звонили родители, спрашивали, когда я буду дома. Как только я отошла с ними разговаривать, как только я положила трубку, меня кто-то за руку вот так вот потянул и пригласил на танец. Ну, я опять же чуть-чуть сопротивлялась, но мы с ним пошли танцевать. Мы болтали с ней, разговаривали. Мне очень понравилось. Если честно, я почувствовала, что я тоже ей понравился. Ощущение, да. Он меня впервые взял за руку. Ну, ощущения непередаваемые. Я вам не смогу рассказать и передать, какие ощущения были. Я просто ждала этого. И дождалась. После этого, можно сказать, я все время думал о ней. После приезда в город Краснодар я продолжал думать о ней. Мы созванивались, общались. Я не спал по ночам. И так продолжалось целых 4 месяца. После долгих бессонных ночей все же я решился, купил билет на поезд и уехал в Тольятти. До этого мы созванивались, переписывались. Когда он в Тольятти приехал, мы решили встретиться в парке. Он назначил мне время, место, ждал меня в центральном парке в нашем городе. Thank you.
И мы встретились. Когда я ее увидел, она постеснялась и не захотела ко мне подойти. И всячески убегала от меня. Но все-таки я ее догнал. Я смотрю, он сидит на лавочке, ждет меня, торопится, нервничает. И мне стало страшно. Я отвернулась и побежала в другую сторону. Я застеснялась очень сильно. Я его настолько... непривычно было, давно не видела, просто засмущалась. Стала убегать на каблуках, он за мной, говорит, ты куда, что случилось? Когда мы с ней гуляли, я видел на ее глазах счастье. Я видел, как она сияет. И, наверное, не наверное, а точно то же самое творилось у меня. В отношениях самое главное, наверное, самоуважение. Уважение, доверие. Если будет уважение, доверие, это все... Мы будем жить в любви, в понимании. Понимание тоже очень важно. Стараемся, конечно, понимать друг друга. Понимать без слов. Учиться привыкать друг к другу. Я надеюсь, у нас это получится. В отношениях самое главное для меня – это любить друг друга, уступать друг другу и быть честными друг перед другом. Он для меня самый родной. Он, когда я называю, просто называю его имя, для меня кажется, что, не знаю, у меня внутри все переворачивается. Стоит мне просто произнести «Вооружанчик» или просто услышать его голос, и все вокруг меняется, преображается. Просто он мне родной, очень. И друг от друга секретов таких нет. Могу все, абсолютно все ему рассказать, все доверить. Она покорила меня своей скромностью, своей добротой, честной улыбкой, светлыми глазами, сияющими от счастья. Для меня он самый лучший, самый искренний, самый сильный, самый... Я не знаю, я за ним как за стеной, за большой. Եվ այդ պահին նոր հասկացան, թե սիրելը ինչ է իմացան, ու երկու սրտերը վարդի թերթերը միացան։ Երկու սրտեր վարդի թերթեր հանդիպեցին գտան իրար, ու երթվեցին լույսին անմար, երազեցին սիրո համար, և այդ պահին նոր հասկացան, թե սիրելը ինչ է իմացան, ու երկու սրտերը վարդի թերթերը միացան։ Ես քեզ պաշտպան ու պահապան, միշտ կլինեմ իմ մոշկյանքում, ու այս ավերջ լույս աշխարում ես կուղեցի երազնարդում, թե այս կյանքում քո աչքերից ադամանդեր թափվեն նորից, թող մի է լինեն երջանկության արդյունքների։ Թե այս կյանքում քո աչքերից ադամանդեր թափվեն նորից, թող մի է լինեն երջանկության արդյունքների։ Թող մի է լինեն երջանկության արդյունքների։ Василий, страна Кинчас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а шествие сегодня будет здесь? Мальчик, иди к маме. Че, да хе... Все, стоп, дальше ми банара. А что, ми хандар. Да ми хандар, банара. Смотри, я...